Да. Я знал, что будет оффроуд четкий, но что настолько четкий. Это, блин, неожиданно. А вон горка еще. Там, кстати, по снегу было тоже сложно, когда много снега было. Мы на цепях теперь. Мне бы назад сесть было бы еще лучше, развесовка. Или так нормально? Ух, что-то стучит, слышишь? Передок, я же говорю, передок разбитый. А. Шаровые. Шаровые. Да. Как в песне поет. Подождем, пока он спустится, у нас. Киевские Карпаты пишут. О, блин, пропала связь. А дай чуть вперед. Может, связь появится. Сейчас я аккумулятор поменяю, подожди, не лети. Так, а я что? Я вон его остановил. А, ты на, он уже, я на тормозе. Ты на тяжке. Он на тормозе, но он идет. Ты на передаче едешь. Так и на передаче еду. Это тут гора. Главный видок. Так, теперь Запорожец. Какой-то сегодня у нас пилот очень жесткий. Вот это тут гора. Ёханый бабай. Вот это мы летим. Ё-моё. Смотри, спускается с дивана, видишь? Сейчас это диван вперед машины полетит. Вот, смотри, тормоза отказал из-за просто. Летит, 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 нормально съехал. Я и камеру не успел основную включить. Это жестяк. Ну там вроде Яна снимала или Макс с улицы. Это жесть. Это жестко. Там цепи не потеряли мы. Цепи не потеряли. А что, ты видишь их? Зеркало на цепи настроено. А по зацепу чувствуется. Да? Да. Вот это жестко мы шли. Это просто жестяк. Достаточно сложно, очень сложно. Но мы идем, ё-моё, как она идет, вообще я в шоке просто, просто шок. Шок-контент. Вы видели эти горы? Она идет вообще без напряга, просто, блин, как так и надо вроде. Ёлки-палки, зачем платить больше? Так смотри, едет же. Я понял, это догруз для проходимости. Это догруз для проходимости. Это вообще просто, как мы летели вниз. Это, блин, хорошо, хоть онлайн записался. Это экшен, просто экшен полный. Смотри, все в шоке, джиперы, блин. Так вот, а вон влево можно. Матрасная Нива, очень скользко, просто как на лыжах. Можно на лыжах, наверное, ехать было. Вон та гора, с которой мы летели только что. Вот она, елки-палки. Так, набрали скорость, у нас переднеприводная машина еще в ремонте. Очень жестко. Текай оттуда. Слежай, в сторону. Вот и Макс. Мы там на такую горку поднимались, Виктория. Ой, еще не вода добавилась. Погнали, то они отрываются от нас все время. Опа. Починился, слава богу. Так, давай за экологически чистой Нивой. С матрасами. Мы как в одной вроде команде, да, с ним? Глянь, и матрас не падает. Ты представляешь, как четко лежит? Так, багажник как по матрасу сделан. Ага, четко, да? Четко, да. Для матраса сделан багажник. Он, наверное, мерил. Наверное, да.
Блин, вот это экшен. Ну что-то мне с горы больше не хочется ехать. А мне тоже, блин, он не тормозит ни хрена с горы получается. Передок легкий, что она грязюка скользкая, ну колеса в клин стали, но едет. Еще быстрее, чем когда колеса крутятся, да? Да. Так, ну тут красивые места. Пацаны едут в гору, кондиционеры включили. Блин. Опа, опять. Ну тут хоть не такая длинная. Да, не такая. Сейчас длинная. Упрусь сильно, куда-то. Сильно не разгонимся, да? Красиво тут, да? Такие вот, вон колонна идет. Сильно близко к Ниве, мне кажется, что если сейчас он... Да. Хотя тут небольшой, видишь, спуск. Да, красиво. Как в Карпатах, да? Подъемы такие. Угу. Очень такое удачное место. Угу. Подожди. А вон те застряли, да? Да, сильно не разгонимся, ну. О, тут даже что-то тормозит. Да нет, тут и на той, наверное, не тормозил. Не тормозил, аж, блин, чуть педаль не выдавит. Да? Да. Он, походу, вообще не тормозит. Он говорит, бесполезно тормозить, потому что... Да стой здесь. А оно все равно не тормозит. Что там такое, патриот не заехал или что? Ну да, походу, кто-то испытывает сложности в заезде. Тут смотри, какие эти канавы. Да. Леня просто Леня все испытывает вот эту, да? Глумится, да, новая кит, новая блокировка, все новое, новая пара, новый Леня. Ну, Леня, блин, сигнал ему, а сигнала нет. В окно так кричит. Передние, чтобы уже еще колеса, понял, были бы, оно бы еще лучше, ну, в колею попадало. В колею, да, лучше бы рулилось. Но я уже понял, что надо сделать запорожцу, чтобы он просто был полноценным настоящим внедорожником. Это просто не машина. Шок, обгоняю его, что-то Леня, блин, сегодня не торт. Задом выскочишь. Что тут же вариант. Лайфхак.
получилось прекрасно. О, снег даже есть. Ё-моё. Да, вот это мы валим. У зеленой мечты такой нет проходимости, но она тяжелее, на тонну 450 весит, ты понимаешь? А тут все-таки, считай, в два раза легче, да, практически. Да. За счет этого и она и едет, машинка. Охотники. У запорожцев лайки ставят. Ставят лайки, да? Да. Ставят. Видели запорожцы, сразу ставят лайки на черепа. Зацеп, да, слышно четкий, да? Вообще, аж на дыбы стоит. Цепи это, конечно, да. Цепи сильно, да? Даже, может, лучше, чем злая резина, ты лучше, знаешь? Лучше, да, лучше. Потому что резина все-таки так не может зацепиться, наверное. Ну, та тракторка, конечно, четкая тоже. Ну, я так подумал, она жесткая очень получается. Если квадриковские колеса какие-то. Ну да, если мягкие, квадриковские. Надо диски переваривать под 14 или под 12, понял? Это я переварил бы, да. Переварил бы диски? Нет, это же у меня переваренные диски. Они же из двух сделаны, один. Из двух? Они широкие. Широкие сделаны, да. Так, ну продолжаем. Маршрут интересный сегодня, насыщенный. И Дед Мороз нас посетил с утра, и в общем... Да, Дед Мороз был. Дед Мороз был знатный, очень такой немножко европейский, да, я бы сказал. Блин, злой Дед Мороз, с бензопилой. С бензопилой, злой, с этим, с голым этим задом. Задком, да, или как правильно? Да, хорошо, хоть передок не доставал. Кто не смотрел, посмотри, где там в предыдущих роликах. А куда это диван наш повез, блин? Я не знаю. На второй? Да, на второй. Первой хватает вполне, конечно, да? Ну, как бы, если двигатель более-менее живой, то пониженных двигателях хватает на первой передаче. Он просто нормальный карбюратор буксует, надо, и да, все, да? Он буксует, он не останавливается. Если в стену упереться, он будет буксовать. Будет буксовать, да? Будет, да. Я понял. Да, на родном карбе, конечно, такого... Не едет так, да? Да, на родном карбюраторе не едет. Не добьешься. Это такой, как вот тишь планета получается. Вот этот карбюратор с зажиганием все время, ну, крутишь. Была у меня планета, да. То же самое, блин, этот запорожец, блин, с этим родным карбюратором тоже крути его, там это все время что-то надо. По холостых нету, да? То еще через... Да, третья уже, мы на третьей едем. Больше. А ты еще вчера говоришь, печка работает. Печка огонь, да. И я думаю, блин, ну как она может работать, печка? Она в натуре работает. И тут такие решения от технологии включены, что ни маску не снилось никому, ни Юрию Гагарину, да, ни Биллу Гейтсу. Они вот сзади едет, офигевает, блин, бегает нам светом. Да? Ну. Смотри, смотри, это они нас ждут. И, ну тут места чётенькие вообще. Слушайте, как лед под днищу колбасит, ну и мы валим. Стой, чтобы мы остановились, главное. Ну, плоская. Ну нечем, да. Нечем цепляться. Корыто на колесиках. Корыто на колесиках. Да, ну нормальный аппарат вообще. Ты знаешь, у меня полностью сейчас... Я вот это еду и понимаю, что у меня в голове что-то перевернулось вообще. Я вроде ездил на Залупазле, все. А тут просто обычный запорожец. А тут просто обычный запорожец такое исполняет, что вообще нельзя понять, вообще как это вообще возможно. Блин, ну это шок просто, вы все видели. Кто не видел, посмотрите. Непонятно, кто куда едет. Да остановись просто. Вперед поедем сейчас. Так, дельфин. Только не испачкай, Крис. Крис, не испачкай только. Кого? Диван кого? Там не испачкайся, осторожно. Как тут та реклама Труфель, да?
Трупов? Труфель. А, труфель. А где это такая реклама? Телевизор есть дома? Русский? Нет. Какой телевизор? Я вон диван только нашел недавно. Где Макс? Прилечь отдохнуть. А где Макс? Я не знаю. Поехали! Надо... Наверное, еще один диван. Максу надо нормальную какую-то машину, потому что... Макс, приеди! Вот, блин, мы колпак потеряли. Колпак потеряли? Зеленый колпак потеряли. Пацаны, колпак потеряли, надо назад ехать, все. У Макса, да? А Макс с кем едет? Как там еще Макс? Да, разварочки сзади. Дельфин. И впереди, тут. И сзади, да, все на широких колесах. А, и впереди широкие? Да. Дельфин, только дельфина не доставай, я тебя прошу, белого. А на диване, кстати, тебе дельфина показывать удобнее будет. Это мы тебе взяли. Ты удобнее садись сверху и снимай, представляешь, экшен? Ну давай, не садись, а ложись, чего садись. Так, блин, как-то привяжите меня, потому что я слечу нафиг при торможении. Но с горы я не поеду на диване. Никакая потеря. Едут? Все, поехали. А то мы не доедем.